Привет! С вами Настя, Let's Nail Moscow. Как и обещала в прошлом видео, сегодня у меня для вас, наверное, самый популярный в Instagram и Tumblr маникюр. На английском он называется Shattered Glass, то есть разбитое стекло. Он переливается всеми возможными цветами и... Да что я пытаюсь описать, просто посмотрите на него. В этом видео я покажу, как его сделать, и главное, расскажу сразу несколько вариантов. Так что устраивайтесь поудобнее. Сами переливающиеся частицы – это голографическая пленка. Есть несколько видов этой пленки – потоньше, потолще, на липкой основе и без, но нам подойдет любой из них. Я нашла декоративный скотч из этой пленки в магазине для рукоделия в Америке, пока была там на праздниках. Я оставлю в описании к видео название этого магазина. Он, к сожалению, не доставляет в Россию, но если вы будете путешествовать, очень советую туда заглянуть. Второй вариант – это голографическая упаковочная пленка. Она может продаваться в рулонах для упаковки подарков. Увидите – берите, не раздумывая. Третий вариант. Можно заказать небольшие кусочки такой голографической пленки в интернете с доставкой. В описании к видео оставлю ссылку, по которой можно найти сразу много вариантов, даже разных цветов. Четвертый, самый неожиданный. Я совершенно случайно увидела голографический дождик для украшения елки на Новый год. Он продавался в магазине «Красный куб» в декабре. Наверняка его снова начнут продавать ближе к зиме, либо на распродажах. А теперь покажу, как использовать эту ленту в дизайне. У меня будет вариант с голографическим скотчем. Итак, сначала покрываем ногти базой. Нарезаем несколько полосок шириной примерно в 1 см. Затем каждую нарезаем маленькими узкими треугольниками. Чем они будут уже, тем легче их будет располагать на ногти. Отклеиваем пленку от основы и аккуратно клеим на ноготь. Важно разглаживать каждую деталь, чтобы она идеально плотно прилегала к ноготку. Если вы будете использовать пленку без липкой основы, как у меня, то вам не нужно ждать, когда высохнет слой базы. Пока она остается не просохшей, она и будет липкой основой для наклеивания кусочков пленки. Так, шаг за шагом, располагаем кусочки пленки по всему ноготку. Если вы не пожалели пленки и наклеили кусочки достаточно близко друг к другу, то у вас получится практически полное голографическое покрытие, которое будет отражать свет и переливаться всеми цветами радуги. Слой топа выровняет уголки, если они чуть выпирают, и добавит еще больше блеска вашему маникюру. Зеркальный голографический маникюр готов. Я его просто обожаю. Он у меня ассоциируется с чем-то космическим, практически невозможным. Если вы решитесь его повторить, ждите повышенного внимания к вашим рукам и повышенного количества лайков в Инстаграме. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте ему лайк и не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропускать мои новые видео. В описании к видео я оставлю ссылку на свой Instagram. Обязательно отмечайте меня на своих маникюрах, вдохновленных моими видео. Я с огромным удовольствием на них посмотрю и наставлю вам сердечек. Я и мой гипнотический маникюр прощаемся с вами. Увидимся в следующем видео. Кстати, в нем я расскажу вам, как сделать идеальный градиент лаками. Всех целую, пока!